птицей лети над полями и башнями, песенка давних, но памятных дней. Жили когда-то под рижскими башнями трое отчаянных, смелых парней. Дружбу скрепили железную клятвою, грудью за родину встать и народ оборонять свою мирную Латвию от чужеземных незваных господ. Въедем через песчаные ворота. Мы должны опередить шведского посла. Сперва рассчитаемся с предателем Самсоном. Этого я не позволю, это сорвет наши планы. Смерть одного предателя не спасет нашего города. Суперинтендант Самсон, вы открыли войскам короля Густава ворота города. И тем самым спасли его от разрушения. Я, как фельдмаршал, приношу вам свою благодарность. Готов служить до гроба. Я сделал все, что мог. Приготовиться к встрече посла его величества! Салют! Позвольте, господа, кто эти нахалы? Слуги дьявола! Какие молодцы! Посла оставили с носом! Ой, что будет? Они ускакали! Германис, бежим! За мной, ребята! Скорей! Какой дурак приказал поднять мосты? Что вы стоите? Опускайте! За ними! Опускайте! Три свирка лезвия, эй, 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 красноречивая, эй, 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 без встречи комбината, эй, 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 под земи поздняя, я, три, 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 если бы еще взять в плен королевского посла, то его можно обменять на бочонок пороха. Не мешает пополнить запасы. Ключа от города шведам не видать, это главное. Вперед, на чертову мельницу! Мы с вами в 17 веке. Только не ждите точности исторических фактов и событий. Но было время, когда Рига, объявленная вольным городом, стала приманкой для коварных соседей. Неслыханно храбрый шведский король Густав скрестил свой меч с неслыханно храбрым польским князем Радзивиллом. Военное счастье улыбнулось войскам короля Густава. И посол его величества спешил в своей карете к назначенному сроку принять ключи от города. Ты что спишь, скотина? Погоняй! Ничего, ничего. Они меня подождут. Подождут. Почему фельдмаршал Свенсен занимает город в 6 утра? Порядочные люди в это время спят. Я даже не успела привести себя в порядок. Что ты смыслишь в военном деле? Напросилась на мою голову, теперь сиди и помалкивай, да. Домой отправлю. Пап, а ключ от города настоящий? Конечно, он сделан из золота. На ловца и зверь бежи! Ха-ха! Обмен на порох состоится! Люби их в капусту! Не бойся, доченька. Ой-ой! Спокойно? Не бойся, доченька! Вперед, дохлые твари! Стойте, стойте! Они меня убьют! Куда же вы? А я-то как? Назад! Прекратить погоню! Thank you.
Господи, кажется, жив. Фельдмаршал, кто осмелился напасть на меня почти у ворот? Ваша светлость, это были слуги дьявола. Просто разбойник. Того самого, с хвостиком. Чернь, ваша светлость. От них не стало нам покоя. Кто ли еще будет? Значит, фельдмаршал Рига покорена. Ваша светлость, мы не имеем ключа. Как понять? Они его... Украли, ваша светлость. Да. Если вы не можете вручить мне ключ от города, я еду обратно. Ваша светлость, я так старался. Вы что, хотите меня опозорить? Хотите, чтобы король Густав разжаловал меня в конюхи? Ваша светлость. Какие доказательства? Я привезу моему королю, что город взят. Но, ваша светлость, все присутствующие видели, как я брал город. Если сейчас на меня нападут, я тебя покажу. А ты что, рот открыл? Ваша светлость. Пропали. Катерьте дорогу, ваша светлость! Проводите господина посла! Кавалерия! Вперед! Куда же его понесло? Куда? Святые угодники! Что с нами теперь будет? Защитите нас, грешных, и помилуйте! Здравствуй, папа! Мы приехали! А? Пират! Что же вы не смогли сделать простого дела? Ключ от города попал к этим разбойникам. Вы, может быть, в сговоре с ними, господин суперинтендант? Клянусь творцом неба и земли, у нас такого и в мыслях не было, господин майор. Вы истинные спасители Христовой веры. Ну, Христа распяли на кресте, но вас вместе с вашим старым ослом бургомистром Эксом я собираюсь вздернуть. Они вас не повесят. Мы веревочку щит и обрежем. Папеньку не надо обижать, он хороший. Папенька любит короля Густава. Хватит, хватит. Я знаю, где находится их берлога. Эти разбойники на чертовой мельнице. Мы будем ждать 48 часов. А там уж пеняйте на себя. Но... Господин суперинтендант, разрешите? Пожалуйста, откланяться. Поужинаем. Значит, мы договорились. Цицилия, иду, иду. Прощай, дорогая Гертруда. Не стоит так отчаиваться, мой друг. Невелика радость лезть головой в петлю. Но этого я не пробовал. А я уже чувствую ее у себя на шее. От всякого чувства можно избавиться, надо... Ай, что ты понимаешь? Кое-что я все-таки понимаю. У нас же пропал ключ не от Царства Небесного. На первых. А если мы сделаем новый ключ? Мы скажем, что в ратуше у меня хранился на всякий случай запасной ключ. Верно, а? Правильно! За наш успех! Скорее. Возвращайся в город. Всех, кому грозит опасность, переправляй на мельницу. Хорошо, ты только береги себя, Эрмонис. Ты и себя береги. Хорошо. Век бы не расставал. Прощай. Не заблудись! Сто дроку цілешу, та й сни буде увестішу, десь парвіду далдері, ліга буде у пія буршу. Ай-ай-ай! Я у нас смуку багату, тіку мігую праву. Развяжи кошелек, золотую мне монету, дружок, приготовь. Нагадаю тебе, наколдую, самой лучшей девчонке любовь. Эй, солдатик, деньги на бочку, три монеты гони, не жалей. Присушу королевскую дочку, эх и дочки у королей. Наколдую любовь и удачу, да еще пол царства в придачу. Ведь
par trešo dalderi, noburšojas karali, viņš tev lielu godle, tevi savā galmā ņem tai. Tai, tai, princesi par dievu dos karalisti nežēlos. Чем могу служить, господин суперинтендант? Ты случайно не знаешь, где находится Даниэль Ребус? Иезуиты спрятали его в монастыре Святой Магдалины. Но вряд ли он поможет. О чем это ты? Вы оказались в трудном положении. История с ключом не пройдет магистрат ударом. Ты хорошо соображаешь. В наше время без этого не проживешь. А Ребусу недолго остается жить. Если, конечно, он нам не поможет. Лай, слава там, лай, слава там, лай, слава там. Лай, слава там, лай, слава там, лай, слава там. Лай, слава там, лай, слава там, там Рига спела с меня. Лай, слава там, лай, слава там, там Рига спела с меня. Лай, нам всем, лай, нам всем, лай, нам всем. Лай, нам всем, лай, нам всем, лай, нам всем. Веселье, веселье за нашим столом. Едим, что хотим, что желаем, то пьем. Мы брагу, что пенится в кружках у нас, веселую песню разбавим сейчас. Кормите, кормите, кормить их изволь. То к нам Радзивиллы, то шведский король. А я, куманек, говорю королю, пардон, с королями харчи не делю. Эй! С прибытием на чертову мельницу, Эрманис! Дайте мне сперва поесть. Рассказывай, что там было после нас. Устроили послу короля пышную встречу, или церемония была скромной? Да, посол был очень рад. Как же так? Дай человеку поесть. Не понимаю. А все из-за тебя. Из-за меня? Но посол-то въехал в Ригу? Въехал и выехал. Как это? Как въехал, так и выехал. Вот он, ключик. А послу что поднесли? Фигу с маслом. Он так орал, словно у черта из торбы выпал. Какие у меня доказательства, что город взят? Действительно, какие? Так на всех наорал, что осип, а потом умчался. Фельдмаршал всю свою кавалерию отправил охранять вельможного посла. Великолепно! Хорошо бы нам этот момент использовать. Пока кавалерия Свенсена нянчится с послом, соберем побольше народу и ударим по врагу. Верно, надо в Риге распространить слух, что у нас большая сила и есть даже пушки. Не дадим фельдмаршалу Свенсену спать спокойно в нашей Риге? Не дадим. Конечно, сынок. Надо выманить войско Свенсена за стены города, закрыть все ворота и дать ему смертный бой, чтобы он навсегда забыл сюда дорогу. Побегут у нас, как зайцы. Я пойду в имение барона Монтейфеля собирать народ! Кто бы ты ни был, швед или немец, Ригой не будешь владеть, чужеземец. Тянутся руки за нашим ключом, укоротим их острым мечом. Вдаль Дугава несет свои воды, сходит над Ригою солнце свободы. В сердце отважным кровь горяча, головы вражьи рубим с плеча. Если магистрат попросит тебя сделать новый ключ, ты пойдешь на это? Подумай.
Подумаем. На то их дана голова человеку. Не надо открывать. Я тебя спрячу. Ну, куда ты? Иди. Скорее, скорее. Ничему не удивляйся. Да-да-да. Иду, иду. А, Даниэль Ребус, добрый вечер. Какая честь. Мы к вам. В монастыре чудесное вино. Простите мою нескромность, что-то в горле пересохло. Не могли бы вы распорядиться, чтобы нам сюда принесли по стакану доброго вина? Это было бы отлично. Садитесь, господа. Пожалуйста. Даниэль Ребус, мы пришли... Извините. Узнать, ты за нас или против нас? Я за Ригу. Мы тоже за нее, слушай внимательно. Магистрату нужна твоя помощь. Вот за этим мы к тебе и пришли. Жду приказаний. Но это большая тайна. Ты сможешь за 24 часа, за сутки, изготовить ключ от нашего города? Надеюсь, ты знаешь, как выглядит этот ключ. Знаю. Мне также известно, что он сделан из чистого золота. Золото тебе выделит монастырь Святой Магдалины из своих запасов. Выдаст, выдаст. Я вовсе не уверен, что мне его дадут. А. Прошу вас, господа, утолить свою жажду. Данки, данки. На. На. Рижский магистрат никогда не прикасался к сокровищам церкви. Но вот настал час, когда мы просим монастырь Святой Магдалины в вашем лице, святейшая, выдать магистру Даниэлю Ребусу немного золота. Нам надо сделать ключ от Риги. Я не уверена. Я не советую упрямиться. Ваше здоровье. Господин суперинтендант, эта закуска не годится под вино. Вас издаст. Змей. Ну ладно, я выручу вас, господа. Теперь вы мои должники. А мы постараемся в долгу не остаться, святейшая. В вашем распоряжении, Даниэль Ребус, 24 часа и ни секунды больше. Хочу вам сказать, что рижский палач давно скучает без работы. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. А вы ступайте к сестре ключнице. Да, но... И возьмите у нее два золотых блюда. Фу, дьявольщина. Рассказывай, что нового в городе. Сестра, эти нечестивцы с помощью Ребуса хотят сделать точную копию ключа от Риги. Кроме того, будет сделана попытка достать настоящий ключ. Самсон не теряет времени даром. Надо немедленно предупредить князя Радзивилла. Но как это сделать? Свенсон сейчас находится в большой панике. Однако и нам нельзя сидеть сложа руки. Войска Радзивилла должны первыми напасть на чертову мельницу. Но без нашей помощи им туда не пробраться. Рига должна остаться в лоне Святой Католической Церкви. Как добыть ключ? Поклянись сейчас же на кресте Господа нашего, что никогда и никому не откроешь, что я тебе поведаю. Здесь, под нами, в подвалах монастыря, начинается подземный ход. Он идет по Даугавой к чертовой мельнице. Что это дает? Войска Радзивилла еще на подходе к городу. Как же мы можем напасть на чертову мельницу?
Источник силы на сей раз следует искать в женщине. Тебе понятна, сестра, моя мысль? Послушница Вероника. Она хороша? Сестра, разоблачись. Амин. Сестра, одень ее в мирское платье. Бог простит нам этот грех. Затем пришли ее ко мне, я сам объясню ей задачу. Из нашего монастыря в логово еретиков на чертову мельницу ведет потайной ход. Видение. Лучше я ее ущипну. А я тебе не позволю. Ну, чистый ангел с того света. Слушай, если ты живое существо, то иди к нам. Зачем она тебе нужна? Да, я дух с того света. Господи, помилуй грешников, ибо они не ведают, что творят. Господи, спаси их души! Она сумасшедшая! Она подослана! Хватайте ее! А, вот зачем ты здесь, прекрасное видение! Держи, держи крепко! Она тебе руки вырвет! Сейчас мы тебя под ключик! А теперь, красавица, говори, кто тебя к нам подослал. Говори, но только правду. Мать настоятельница Элизабет. Час от часу не легче. Теперь, друзья, перед нами два противника. Как ты попала в подвал? Ну? Ну? Будешь молчать? Ладно, мы сейчас тебя заставим говорить. Я попала по подземному ходу из монастыря. Подземный ход ведет оттуда к нам сюда. Друзья, да это же находка. Да, я тебя расцелую. Пусти, я тоже. Ласточка моя! Долго мне еще ждать? Когда вы мне найдете ключ? Ну, нечего ответить, а? Я сдеру такой налог, такой, что вы голенькими останетесь, как осенние барашки, а? И начну я с этого, а затем стану драть шкуру. Вы что мне посоветуете? Лучше драть с них по две шкуры. С этого и начнем. Мое любимое занятие – стричь овечек. Не. Я у вас хозяин. Вам понятно? Господин фельдмаршал, мы хотим вас повесить. Это для нас большая честь. Мы уже все приготовили. Действительно, это наша мечта, господин фельдмаршал. Вы только посмотрите, какую раму мы специально для вас заказали. Мы вставим ваш портрет и повесим среди мудрейших правителей Риги. Да. Я сам прикажу повесить вас среди них. Марш! И чтобы ключ от Риги был у меня сегодня же! Глупейшее положение! Занять город и не иметь ключа! А? Посол был прав. Он стал посмешищем всей Европы. А что вы сделали со мной? Если у победителя нет ключа, то нет и города!
Несчастье нас преследует, но есть надежда. Одна надежда. Что? На то, что наш всемилостивейший король повесит нас с вами в назидание потомству. Господин фельдмаршал, рижский магистрат уже заказал ключ. В этом наше спасение. Спасение? За подделку ключа я вас вздерну вместе с магистратом. Но это временная мера, господин фельдмаршал, пока мы не добудем настоящий ключ. В этом есть смысл. Коня! Коня! Белого коня! Я еду! Белого коня! К послу! Что любит наш посол? Что любит? Анекдоты слушать. Какие анекдоты? Ну, про женщины и всякое такое. О! Внимание! Пошевелить мозгами! Придумать по три анекдота. Например, в этом роде. Надеюсь, вам понятно. Кругом! По дороге мне расскажете. Появился майор Розенкранц, он что-то вынюхивает. Спокойно. Нам лучше исчезнуть. Уходите, когда я буду петь. Хорошо. Этот гусь не зря здесь появился. Пожалуйста, игристая бургундская. Выпьем, Рингла. Ах, какой галантный кавалер. Мислич путо каусу, кругу валда фри, каусу стукшо саусу, кругу не бусли. Пусть пенится в кружках веселая брага, здесь ценится честность, бесстрашие, отвага. Того, кто с друзьями заглянет сюда, сердечный прием ожидает всегда. Ни место унынью, ни время печали, веселье и радость всегда выручали. Рингла, ты довольна порядками короля Густава? Довольна, только... Ну-ну, говори, не бойся. Мы его ёшку в цепи заковали. За твое здоровье, синеглазая! Можно с твоего ёшки снять цепи? Я буду вам так благодарна. Заработаешь 200 дукатов и шелковое платье. Обманываешь. Чёртову мельницу знаешь? Конечно. Так вот, там скрываются слуги дьявола. Я знаю. У них там спрятан ключ, который ты должна добыть. Они его похитили, я видела. Если ты мне его принесешь, все будет, как я обещал. Твой король за воровство строго наказывает. Ну, это совсем другое дело, ну. Рискну. Куду венц те стави, по месту умликс. Над пьемани склети, а вьемум сбус приекс. Стейдиес диви пауди, та мер яуни ба. Paies labie gadi, ne piens, ne miles. Что радости в твоем молчании жестоком,
Час нашей встречи предначертан роком. К терзаниям твоим не буду я глуха. Все в жертву принесу, не убоюсь греха. О, храбрый воин, сладкий миг не упусти. Я позабочусь, чтобы Господь тебя простил. Господи, кто там лезет? Призрак! Помогите! Воины проспали все на свете! Что тут происходит? Что ты орешь? А где ваша пленница? Тревога! Пленница сбежала! Часовой заколот! Куда же вы смотрели? А я-то тут при чем? Ясно. Она у радзивилловцев. Поймаем, наверное, в имении Монтейфеля. Там же наш Эрманис, она его предаст! Эрманис! Скорей туда, на выручку! Эй, куда ты лезешь? Я пришел к своему другу, барон Монтейфель, у себя. Кто там? Что такое? Нельзя, нельзя, барон отдыхает. Уходи отсюда. Господин Монтейфель, я принес вам рыбку. Специально для вас ее выловил. Давай, давай, спасибо. Мы же старые друзья, а меня гонят. Вот бывает. Тащи, тащи на кухню. Как вы могли меня забыть? Помните, я вас в таверне Заура переел на спор. Это известный обжора. Удобный случай взять реванш. Опять проиграть не боитесь? Идите, увидим. А, пропала ваша добрая слава лучшего едока всей округи. До обеда у нас еще есть полчасика. И я готов схватиться. Я беру удар на себя. Барон, ваш сыночек проиграл. Посмотрим, кто кого. Эй, ты, иди сюда, отнеси на кухню. На-на, неси. По-моему, ты готов отступить. Не в моих правилах покидать поле боя. Ах так? Считай себя уже сраженным. Да, а если я выиграю, ваш фатер отдаст 20 самых жирных свинок. Идет? Пошли. А если я выиграю, то ты у меня всю жизнь будешь пасти моих свинок. Ах, как мне тебя жаль. С кем это говорил барон Антефель? Не знаю, не заметил. Он очень похож на одного человека, которого я видела совсем недавно на чертовой мельнице. Кстати, вы заботьтесь, чтобы я могла переодеться в подобающий мне наряд. Прелестный гонец, я ваш покорнейший слуга, вы меня очаровали. Ты должна сейчас же отправиться в Ригу и немедленно привезти сюда Даниэля Ребуса. Нельзя допустить, чтобы он изготовил второй ключ. А здесь он очень пригодится. Так ему и передать. Позвольте мне все-таки с вами поехать. Ну, конечно, мы без нее не справимся. Сегодня же вечером собери в таверне всех начальников сторожевых башен города. Пора начинать действовать. Эй, вперед! Начнем с поросеночка. Ну. Не слишком ли это нежная пища для твоего холопского брюха? Как бы тебя не скрутило? Ох, проиграешь, пойдешь сюда по Азе. Слепой сказал, увидим. Немножко постная поросятинка, сынок. А вот он наших свинок попасет, тогда поросятинка станет у нас пожирнее. Идите, капитан. Могу вам чем-нибудь помочь. Вы свободны. Я же ваш слуга. Пока вы медлите, слуга дьявола сбежит, и некого будет обменять на ключ от Риги. Но есть еще ключ от рая, моя госпожа. Этот ключ в ваших руках. Все это во имя Святой Магдалины. Поставьте побольше солдат, он силен, как медведь.
Мне и не такие звери попадались. Не волнуйтесь. Сегодня обменяем этого обжора на ключ от Риги. За это я ручаюсь. Виноват? Я должен вас прервать. Это слуга дьявола. Взять его живым. Только так. Поди сюда. Ну? Ну? Запусти! Простите, мой друг, но ваш сын долго не будет теперь едоком. Это тебе! Осторожно. Мне правда очень неудобно. Отличная капуста. Чуть-чуть сыровато. Сейчас мы вас накроем. Поспите, отдохните, господа. Германис, победа! Вот тебе. Ты что, делаешь из них отбивные? Может быть, мясной салат? Да нет, я их в баньке парю без венечка. Берегись. Смотрите. О, ваша милость, позвольте уйти. Отпустите мою душу на покаяние. Оно нам пригодится. Получай тебя, ведьма. Ого. Боже милосердный. Куда глазеешь? Я не виноват, мой друг, что нам испортили завтрак. Какие были поросята. Мы еще с вами побьемся и не на такой заклад, дорогой барон. Мы еще встретимся. Бери ты свою салфетку. Нянки? Господа, ключ от города готов. О, как мы вам благодарны. Господа, позвольте мне от имени магистрата вручить майору Розенкранцу как символ нашей верноподданности ключ от Риги. Будем надеяться, что теперь никто не помешает торжественному проведению церемонии. Поспешите порадовать фельдмаршала Свенсона.
господа, остается только поднять бокалы и спеть. Не то, не то вы поете, не то. Это молчите! Надо петь «Господь наша крепость». Ельском тюрьму сусти пропил, Курбана с варом твердя. Это работа! Слуг! Слуг дьявола! Надо схватить ребуса! Позвольте! Пустите! Мне куда-то нужно выйти! Магистрат за такую неуместную шутку познакомится с рижским палачом. Осторожнее, господин Розенкранц, пожалуйста, не уходите. Осторожнее. Куда, куда, куда? А теперь что? Кто же так работает? Это кошка лапой сдвинет. Сейчас же закрепить. Я так боюсь, что тебя могут убить. Кого? Когда тебя убьют, ты перестанешь меня любить. Ну что ты, глупышка, да меня хоть трижды убей, я тебя... Чем это вы занимаетесь? Мы несем охрану укреплений. Ах, вот как это у вас делается. С такой охраной врага проглядим. Не волнуйся, капитан, у меня острый слух, у нее зоркий глаз. Зоркий глаз да грива не чесана. А ты еще дерзить, невежа. А ну, отправляйся к своей Лене. Любуйся на нее. Только помойся сперва. Отклонись, рада. Холмы, зеленые поля, прозрачные ручьи, мы заслоним тебя, земля, от недругов твоих. Мой верный конь и острый меч всегда готовы к бою. Клянусь, родимый край беречь, жить с ним одной судьбою. А ну-ка, пусти, не хватай. Пущу, но только сперва поцелуй. Ты какой? Разливай вино по кружкам, подставляй. Садись, ешь. Как ты думаешь, Эрманис, эти влюбленные хорошо будут драться? Чем жарче любят, тем крепче бьются. Давайте выпьем. За победу! Тревога! К оружию! Радзивиллов, ты подходишь! Нет, со мной! По местам! Мы сейчас заставим вас просить пощады! Не стрелять без команды! Хорошо! Остановитесь на минуточку, мы прицелимся! Предлагаем добровольно отдать ключ, и мы вас помилуем! В противном случае мы всех до единого перебьем со всеми вашими чертовками! Ах ты, святая ведьма! Я тебе покажу, чего стоят эти чертовки! Я тебя проткну отквозь, дай саблю! Открывай ворота! Оп! Сейчас она поплачет у меня! Накатить пушки, кавалерия, приготовиться! Ворота!
Держись! Мы идем! Держу! Держу! Так, долго приходит? Держи, ребята, навались. Гармонист, тащи бревно. Сейчас, сейчас, капитан. Держите ворота, я сейчас. Давай помогу. Сам управлюсь. Эрманис, быстрее! Несу! Несу! Давай, давай! Принимай бревно! Докладывай покрепче! Наконец-то! Удалось отбить. Ой. Надолго ли? Боевая жонка у меня. Да, крепкая ручка, ничего не скажешь. Лене, радость моя! Эрманис! Откуда ты? На мельнице у вас цыганка была? Какая цыганка? Ну, та из таверны Заора. Постойте, постойте, я ее видел. Она же не могла пропасть. Розенкранц уговорил цыганку пробраться на мельницу и выкрасть ключ. Много обещал ей за это. Черт возьми! Неужели вот так просто решится судьба нашей Риги? Мы еще живем, капитан. Начнем. Посмотрим. Иволь, смотрите. Убери. Позолоченный ключ от церкви точь-в-точь, как золотой. Най-най, по-моему, ключ от моего хлебного амбара больше подходит, господин суперинтендант. У ключа от Риги было 3 бороздки. А на моем ключе и даже 4, это же лучше. Бороздки можно выпилить. Выпили? Конечно, это же нетрудно сделать. О! Шутить не время. Я выйду в прихожую, а ты проверь, что там. Понял? Хорошо. Это ты, мой милый.
Какое привидение? Это наша цель. Кто? Что? Ну? Ой. Куда он делся? О ком ты говоришь? Не знаю. Нашел? Их тут много. Я вас спрашиваю. Нет, не тут. Нет. Тоже не годится. Здесь нет ни одного похожего. Человеческая жизнь подобна свече. Подуй сильнее, погаснет. Что вы здесь киснете с самого утра? Мы ждем смерти. Чьей смерти? А ты не догадываешься? Ключа от Риги нет, и майор Розенкранц приказал нас казнить. Пришел конец. Да, последние минуты на земле. Всех повесят. Каждую петлю можно разрезать. Но чем? Нежными женскими руками. О, я уже целую вашу ручку. А что мне за это будет? А золотим! Бриллиант тебя осыпят! Я припишу тебя к лику святых! А ну-ка, поклянитесь! Клянемся! 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 Майор Розенкранц и капитан Хорн с дамами. О, проси. О! Где же ключ от Риги? Не беспокойтесь, скоро будет. Ах, скоро. Боюсь, что, скорее всего, я увижу ваши головы на плахе. Я очень вас прошу с пустыми руками сюда не появляться. Да-да. Какой солнечный день сегодня. О, да. Майор Розенкранц прилагает все усилия. И если он достанет этот злосчастный ключ, он достоин звания генерала. Не так ли? О, да. Вы мне это обещаете? Обещаю. Мечта моя. Какой вы озорник. Я должна вас оставить ненадолго. О, мадам. Не соблаговолит ли мадемуазель скрасить музыкой мой послеобеденный досуг? Какая честь! Где моя жена? Ну что? Ну что он тебе сказал? Благодари, дорогой. Ты скоро будешь генералом. Ой, я. Цицилия осталась у него. Он ею совершенно покорен. Он стал мягче воска, да? На какое-то время, кажется, можно вздохнуть.
Милый, подари Хорну тоже звание генерала. Ну, что тебе стоит? Дорогая, он ведь даже не майор, а ты уже просишь генерала. Я хочу быть генеральшей. Мама! Господин фельдмаршал, прошу извинить. Срочное сообщение. Я же говорил, что мы не вовремя. Катастрофа, господин фельдмаршал. Посол собирается покинуть свою резиденцию и вернуться на родину ко двору короля Густава. Он отказывается больше ждать. Отказывается? Когда вы дадите мне ключ? Не лезь. Майор Розенкранц, я уже пообещал вам генеральское звание. Благодарю. Да здравствует король Густав. Прошу. Прошу вас подождать всего каких-нибудь полчаса. Ждать? Я только это от вас и слышу. Я занят важными делами. Прошу извинить, все уладится. Мадам? Меня здесь не было. Извините. Извините. О. Извините. Ой. Твоя жена делает тебе карьеру. Как я завидую тебе, ты родился в сорочке. Великий фельдмаршал просит сообщить послу, что ключ от города Риги давно уже тут, там. Лежит у него под подушкой, да. Мы ждем приезда светлейшего посла. К встрече все готово. Обрадуйте его этой вестью. Передайте его светлости, что генерал Розенкранц верный слуга короля. Почту за честь. Майор Розенкранц, к вам пришла на свидание какая-то цыганка. Рингла! Ну, принесла! Ну, говори, уже не мучи меня, ну. Освобождай моего ёшку. Да! Ох, ох, Рин. Капитан Хорн, ступайте в Пейтавскую башню, освободите конокрада ёшку. Благодарю. А где остальное? Сперва дай ключ, ключ. Спасибо. Вот. Коней и платье получишь завтра в таверне Зауэр. Благодарю, господин. Но только завтра. Чтобы от тебя с твоим ёшкой и духу не было в Риге. Иначе сгною вас обоих в цепях. Так, не туго. Что за привычка врываться ко мне без докладов? Виноват. Виноват. Сейчас доложат. Вот он. Вот. Что за игрушка? В этой игрушке спасение вашей жизни. Господин фельдмаршал. Что? Нельзя им мешать. Пока он в хорошем настроении, я хочу попросить что-нибудь для себя. Не лезь оттуда. Что еще надо? Как ты смеешь, баран? Болван! Погорел. Гладхен. О небо, жалься над нами. Боже, боже, почему ты меня покинул? Ничто нас не спасет. Кто-то сюда идет. Доченька, ну что? Ничего. Мы с ним... Мы музицировали. В четыре руки. А? Поздравь Розенкранца, он генерал. Поздравляю! Поздравляю, мой милый генерал! Господа, ваша казнь отменяется. Но взамен бургомистр Экс... Это я. ...доставить двух коней во двор таверны Зауэра. Мы будем считать, что это ваш дар нашему королю Густаву. Трех самых лучших. Моя дорогая, да? А ты мне подаришь свое шелковое платье. Я? Ну, потом я выпишу тебе лучшие платья Парижа. Угу.
Итак, господа, суперинтендант Самсон. Я. Бургомистр Экс. Я. И вы, господа ратманы, вы все мне должны вручить по 200 дукатов. За что? За спасение вашей жизни. Это по-божески. Спасибо. Спасибо, господин майор. Спасибо. Он генерал. Вас надо учить. Виноваты, господин. О, господин генерал. Храните. Благодарим за великую милость. Папа. Что, моя радость? Мне скучно, я умираю. Не-не-не-не-не-не-не. Как было бы хорошо, если бы на нас напали эти разбойники. Ты что? Сыпь тебе на язык. Вот, давай, давай тебя. Никак. От нее не избавлюсь. Да, прикажите Свенсону, чтобы ключи от Риги мне преподнесли не на площади, а в замке. А то опять нападут какие-нибудь слуги дьявола. Неужто, коли нет ветра, так и паруса продавать? Вечно мы в трудное положение попадаем. Нам бы... Лене. Да, хозяин? Налей нам вина. Пошли, Рута. Это по какому поводу угощение? Что за праздник? Повод есть. Хорошо, что вы пришли. Посол возвращается, и мне поручено его обслуживать. Свенсон решил его обмануть и распустил слух, что вы все заточены в темницу. Давайте думать. У меня один повар. Мне нужно нанять еще поваров и слуг для того, чтобы достойно обслужить свиту посла и накормить досыта. Эй, друзья! Здесь появятся слуги дьявола, я тебя укорочу. Ваша светлость, слуги дьявола схвачены, они в кандалах. Хорошо, завтра мы на них посмотрим. Прошу, ваша светлость, добро пожаловать. Милости просим, ваша светлость. А это ваши преданные рабы. Рабы, рабыни, это хорошо. На тебя. Возьми. Вам. Мыслитель. Держи. Ага, не дурна. На. Еще. А, держи. Арсали и парем. Узвира, горшина. Армир тол возбердем. Горячая нынче на кухне пора. Оно веселее шевелись, повара. Соломки пусты ваши, что ли? В похлебку подсыпьте-ка соли. А также в кастрюльку подбросьте изрядную порцию злости. Мы с перцем смешаем хорошую злость, чтоб солоно баром сегодня пришлось. Арсали и парем. Узвира, горшига. Парвер, то лазерем. Бестез, 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 бестез. На том все красно, бестез, бестез. Он так то бестез. Петерес, отправляйся наверх. Он так то бестез. На том все красно, бестез, бестез. Ваш хозяин сказал, что вы отличный танцор. Он не ошибся, это мы умеем. Готов показать вам модные танцы. Ла-л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 а-
Ну, знаешь, большего свинца я в жизни не видела. Что такое? Куда лезешь? Позову. Руки, руки, вы мне мешаете. Какая ты миленькая, какая хорошенькая, какая славненькая. Пустите, вы мне помнете платье. Платье можно выгладить. Опа! Пустите. Убирайся отсюда. Я ему покажу! Что ты? Я что ему! Ты? Сумасшедший! Что ты делаешь? Да ты что? Бесилась? Обезумела совсем? Перестань сейчас же! Не мешай работать! Ах так! Давай я помогу тебе! Бей, круши, топчи ногами! Я ей тарелки не оставлю! Освежи! Эрой, что ты делаешь? Она что делает? Прекрати сейчас же! Вы спутаете все наши планы, пупсы! Смеешься! Ты меня будешь плакать! И ты помолчи! Их светлость требует немедленно парикмахера. Андрес, мои инструменты. Что случилось? Проклятие! Что здесь происходит? Что прикинулся овечкой? Ваша светлость, мастер рижского цеха цирюльников. Ага, берите за дело, любезный. Надуши усы. Пожалуйста. Говорят, их заточили в Пелитавскую башню. Ох, это заслуги генерала Розенкранца. Позвольте заметить, какая вы очаровательная пара. О, наконец-то и вы. Добрый вечер, мамочка дорогая. Целую ручку мамочки, моего бесценного сокровища. Извините меня. Господин суперинтендант, вы готовы? Да, готовы. Господин генерал. Идем. Господа, вам известно, что ключ от Риги сейчас находится у меня. Известно вам и то, что вы были не в силах отнять этот ключ у слуг дьявола. Но вам следует понять, что после всего происшедшего у вас на этот ключ нет никакого права.
Однако положение на сегодняшний день таково, что я вынужден на время церемонии передать этот ключ в ваше распоряжение. Данке, да. Не доверяя вам полностью, я поручил этим офицерам вас охранять. То есть охранять этот ключ на всякий случай. Ах, зон. Ничего не поделаешь. Конечно. Надеюсь, он не пропадет. Господин генерал, рижский магистрат велит своим живописцам нарисовать вас верхом на коне. На. Так. Мы повесим вас на самом видном месте. Рядом с фельдмаршалом Свенсоном. Благодарю. Пожалуйста. Мы, кажется, сделали верный ход. Он польщен. За мной! Его светлость! Посол Его Величества короля Густава с высокородной дочерью. Душновато. Позвольте приветствовать вас от имени непобедимого войска короля Густава в гостеприимной Риге, в нашей Риге. Наконец-то ключ от Риги находится в руках истинных хозяев города. Музыка! Послу короля Густава и преемнику Юлия Цезаря, великому фельдмаршалу Свенсону. Не швыряй в черта камнем, невзначай зацепишь бога. Не дергай черта за усы, а то он начнет чихать. Ваша светлость, фельдмаршал Свенсон почтительно просит вас открыть бал. Прошу. Нет, нет, ваша светлость, вы в первой паре. Нет, нет, я пойду за вами. О, весьма польщен, ваша светлость.
Я послал короля Густава. Не пускать! Прочь по дороге, где эта скотина Санса? Это мой папа, он батл Где моя борода? Меня опозорили! Где этот мерзавец Велсон? Где он? Папенька, папенька, здесь кто-то в вашем парике и костюме. А, мошенник, попался. Ну-ну, поосторожнее, не распускай руки. Смотрите, у него моя борода. Это я посол короля Густава. Это ведь слуги дьявола. Ну, общипанный цыпленок, пиши завещание. Сейчас я насажу тебя на вертел. Смелее, мы прорвемся. Может быть, мою возьмете? Это не по правилам. А вот это по правилам мы можем и так. Пожалуйста, как вам угодно. Друзья, отходите к дверям! А вот эти все! На арене! Боже мой! Так, тебя мало? Позвольте, позвольте пройти. На, получай! Ой, милый, ты жив? Приди в себя. Женщины, карету! Закрывай ворота. Закрывай. Скорей. Так, так, осторожней. Руки. Опа! Руки. От черта. Птички в клетке. Бал закончен. Гони во всю прыть. Вперед! Во имя короля Густава! Вперед на чертову мельницу! Я с вами, храбрые воины! Он с вами, воины! Слуг дьявола, повесь всех до одного! Всех до одного! Чертову мельницу сжечь дотла! Дотла! Милый, ты же у меня герой! Тебе так идет эта повязка! Занимайте места со своими людьми на сторожевых башнях. Хорошо. Нападение должно быть внезапным. Сигнал атаки – звон большого колокола. Мы на вас очень надеемся. Не подведем. Пробуем. Так, хорошо, хорошо. Эй, мастер, мастер, взгляни-ка. Там что-то не тянет, тут, внизу. Отпусти рычаг, не натягивай. Ну вот, пошло. Они показались. Труби. Всем покинуть укрепления! Отсюда на Ригу идем подземным ходом. Занимаем сторожевые башни! Нас там ждут. Сломать ворота чертовой мельницы!
Воротам. Беги, беги, беги. Мы свое дело сделали. Нас не проведешь! Не до таких напали! Изрубить колдовство! Пошли! Проклятие! Во что мы влипли? Горячая смола! Ой-ой, кричу! Я обжегся! На помощь! Вперед! Они должны быть здесь! Смелей! Где Кира? Живыми никого не брать! За мной! Мы их уложим на месте! Все на крепостные стены! Бери, что под руку попадется! Отстоим наш город! Слуги дьявола с нами! Рига будет свободной! Птицей лети над полями и пашнями, песенка давних, но памятных дней. Жили когда-то под рижскими башнями трое отчаянных, смелых парней. Дружбу скрепили железную клятвою, грудью за родину встать и народ, оборонять свою мирную Латвию от чужеземных незваных господ. Их называли дьявола-слугами, мчались они на конях по полям, в битвах деля со своими подругами радость и горе все пополам. Я приз, я у нас Сабия, побить милая, наш приз успех за нас, Сабия дал меня, дал.